за следующие 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создание современной индустрии. Самостоятельная, разумная внешняя политика, преследующая в конечном счете только одну цель – повышение благосостояния наших людей и гарантии их безопасности. За 5 лет мы должны построить в России не менее 1000 школ. И за эти... Кто не скачет, тот не русский, кто не скачет, тот терпила. Кто не скачет, тот слепой, в одноголовый и баран. Кто не скачет, тот терпила, душа требует Майдан. Кто не скачет, тому в радость телевизор и диван. Кто не скачет, тот не русский, душа требует Майдан. Кто не скачет, тот слепой, в одноголовый и баран. Кто не скачет, тот терпила, душа требует Майдан. Кто не скачет, тому в радость телевизор и диван. Кто не скачет, тот не русский, душа требует. Выпьет утром рано водки русский патриот Ливан. Перекрестится, помолится, ой, хоть бы не Майдан. Хоть бы Путин защитил нас от пиндосов и хохлов, от рептилоидов, Трампа, 90-х и жидов. Хоть бы запулил ракету он прям на Вашингтон. У нас Гундяев есть и скрепы, рвем мы НАТО и ООН. По всей стране стоят у нас храмы, ракеты, кабаки. Не завидуй нам, Америку, вы все там дураки. Кто не скачет, тот слепой, в одноголовый и баран. Кто не скачет, тот терпила, душа требует Майдан. Кто не скачет, тому в радость телевизор и диван. Кто не скачет, тот не русский, душа требует Майдан. Кто не скачет, тот слепой, в одноголовый и баран. Кто не скачет, тот терпила, душа требует Майдан. Кто не скачет, тому в радость телевизор и диван. Кто не скачет, тот не русский, душа требует Майдан. Вы держитесь, денег нету, держимся, уж так и быть. Нежели богато мы здесь, ну и нехер гарно жить. Мы потерпим полигоны с мусором и всем говном, чтоб задыхались наши дети, лишь бы рухнул Вашингтон. Лишь бы не пришли пиндосы, не отняли мой барак. Сортир на улице не троньте, я ведь русский не дурак. А если честно, сколько можно, русские нам все терпеть. Скажем дружно мы, Володя, надоел ты, Путин, геть. Кто не скачет, тот слепой, в одноголовый и баран. Кто не скачет, тот терпила, душа требует Майдан. Кто не скачет, тому в радость телевизор и диван. Кто не скачет, тот не русский, душа требует Майдан. Кто не скачет, тот слепой, в одноголовый и баран. Кто не скачет, тот терпила, душа требует Майдан. Кто не скачет, тому в радость телевизор и диван. Кто не скачет, тот не русский, душа требует Майдан.